В бизнесе без них точно никак. И вот в истории успешного предпринимательства планеты вписана очередная белорусская страница. В эти дни в Монако, уникальном месте, где календарь происходящего просто забит событиями мирового масштаба, от музыкальных фестивалей до Формулы-1, чествовали и белорусский бизнес. В финал престижного международного конкурса «Предприниматель года» пробился и наш бизнесмен Владимир Ленёв, победитель национального отбора. Более 60 стран и 10 тысяч компаний боролись за звание лучшего. В финале лишь 48 участников. Победитель уже объявлен, им стал представитель США. Сейчас на связи из Монте-Карло наш корреспондент Андрей Лаптенок. Андрей, добрый вечер. Как принимали белорусского участника? Добрый вечер, Минск. Невероятное чувство гордости за Беларусь. Только представьте, 45 миллиардов евро – общий оборот компании, которые здесь представляют национальные победители. 160 тысяч сотрудников работает в этих компаниях. Абсолютно разные индустрии – от производства продуктов питания до производства игрушек. Очень сильный крен к технологическим компаниям. Не хочу никого обидеть. Все, кто сюда приехал участвовать в этом конкурсе, абсолютно достойны находиться здесь. Но просто невероятный успех имел белорусский представитель Владимир Ленёв. История, в которой финансовый успех и завидная репутация за рубежом стали закономерным следствием дела, которое его родоначальники сочетали с социальной важностью. Владимир Ленёв – изобретатель, ученый, физик, ядерщик, в портфолио которого более сотни изобретений. Вместе с супругой, кстати, тоже физиком, ядерщиком и коллегами, поставили технологичность на службу медицине и безопасности. Их инновационное оборудование помогало в постчернобыльской Беларуси контролировать загрязненность продуктов питания, диагностировать серьезные заболевания, обеспечивало безопасность в крупнейших аэропортах мира, на самых престижных спортивных форумах, таких как чемпионат мира по футболу в России. Это хорошо выстроенный бизнес, и построен он в Беларуси. Однозначно могу сказать, наши предприниматели ни в коем мере не хуже, ничем не уступают своим собратьям из других стран. Конкурс важен. Молодежь смотрит на тот успех, который достигают наши предприниматели. Это их стимулирует к тому, чтобы двигаться к новым целям, уходить в бизнес, а развивать предпринимательство нужно. Если посмотреть на экономики лучших, самых развитых стран, то именно предприниматели имеют самый высокий процент ВВП этих стран. Я рад приветствовать всех участников, которые сегодня собрались здесь, в Монако. Большой привет Беларуси! У вас креативные люди, вы действительно способны создавать уникальные вещи. И вместе с вами мы делаем этот мир лучше. А вот мнение белорусского предпринимателя, его оценка участия в конкурсе. В этом, скажем так, соревновании, я не знаю, в конкурсе, изначально каждый год участвует не менее чем 10 тысяч компаний. И в какой-то степени, конечно, любые страны, большие, маленькие, они все равно представлены одной компанией. Мы из Беларуси, где 10 миллионов, Китай, где 1,5 миллиарда, там, Гонконг, где 10 миллионов, Соединенные Штаты, где, ну, в 10 раз больше, там, 20-30 раз больше. Тем не менее, я скажу следующее, и это подчеркивается организаторами. Здесь приехали победители 48 стран. В конкурсе, опять-таки, участвовало 10 тысяч компаний, 135 городов. Но победили, ну вот, те, кто здесь присутствует. Это, пожалуй, главный вывод. Глобальное мероприятие, которое представляет компания EY Ernst & Young, входящую в большую четверку мировых лидеров в сфере аудита и консалтинга, выбирает лучших по всему миру. 60 стран, 10 тысяч компаний, но победить есть одинаковые шансы у всех. Остается пожелать белорусским предпринимателям удачи в будущих состязаниях. Ровно через 2 года здесь, в Монако, пройдет очередной этап конкурса «Предприниматель года». Надеемся, что новая история успеха из Белоруссии попытается покорить этот непростой бизнес-олимп. Коллеги,